Грузовики, украшенные флагами, громко гудят. По трассе М1 «Беларусь» запустили тяжелую технику. Движение на 25-м километре по новой разворотной петле и на участке с 46-го по 54-й километр открыто. Автомобилистам эта развязка была крайне необходима. Мы получим здесь более быстрое транзитное движение. Жителям города Одинцово будет удобнее и комфортнее добираться до города Москвы. То есть мы ликвидируем очередной пробочный объект. И, конечно, это очередной дорожно-транспортный узел, который будет, как и все остальные, динамично позволять развиваться Московской области. Реконструкция позволила упразднить перекресток со светофорным регулированием, обеспечить транспортную доступность новых спальных районов города Одинцово. Специалисты уверены, что разделение потоков поможет снизить количество ДТП и улучшить дорожную обстановку в целом. Линейный участок идет реконструкция с 4 полос до 6 полос, плюс устраиваются местные проезды, которые обеспечивают подъезд к садоводческим товариществам, к дачным поселкам, которые есть на территории Московской области. Дорожные работы на трассе М1 продолжаются. Сейчас идет возведение транспортной развязки на 63-м километре. Дорожники меняют устаревшее пролетное строение железнодорожного путепровода на новые арки. Уже в марте этого года они будут установлены. Каждая арка весит порядка 800 тонн. Надвижка будет происходить в течение 2 дней с последовательным закрытием движения по М1 без пробок. Поэтому сам монтаж будет занимать порядка 3 часов в ночное время, то есть без серьезного ограничения движения по М1. Работы на участке 45 по 66 километр будут завершены до конца года. В дальнейшем трассу реконструируют до 84-го километра. Полина Бахова, телекомпания «Одинцово».